Первый Балтийский канал и телеканал РЕН-ТВ «Балтия» в сотрудничестве с «Веселибетцентр Счетри» продолжают проект преображения «Взвешенный и счастливый. Размер имеет значение». Вот уже больше 7 недель наши участники ведут активную борьбу с лишним весом под руководством специалистов «Wellslim Centers», где мы и находимся в данный момент. Сегодня станут известны новые показатели веса участников. До финала осталось всего неделя, поэтому важен каждый потерянный грамм. Интересно узнать, как чувствуют себя участники перед взвешиванием, и осознают ли они скорое приближение финала проекта? Последняя неделя, впереди финал. Но я почему-то не волнуюсь. Я смотрю, что каждую неделю какой-то получала результат. Вес мой уменьшался. И я настроена на серьезную победу, так скажем. В принципе, больше огорчен, что все это интересненькое заканчивается. Волноваться не волнуюсь. После окончания проекта, в принципе, буду продолжать то же самое, что советовали специалисты. Также буду соблюдать, стараться, потому что еще даже не прошел полпути от того, что, скажем, поставил себе цель еще идти. Завершение проекта меня не пугает. Хотя, может быть, появится небольшой безответственность по отношению к самой себе, потому что не надо будет куда-то в очередной раз спешить, бежать. Все остается на самоконтроле. Немножко пугает, но в основном нет, потому что для меня это долгий и приятный путь к своей стройности, к своему здоровью. Тац нелиэлс устраукумс ир, jo pēdējās divas nedēļas svars nekrītās vairs, nu, kā bija pirms tam. Un tad vienkārši tagad pēdējā nedēļā domāju, varbūt nedaudz pamainīt tās aktivitātes, ko es daru. Tā kā nedaudz uztraucos, tāpēc, ka man tas svars tā kā nekrītās. Перед ближайшимся финалом я очень волнуюсь. Вообще не хочется, чтобы все это заканчивалось. Все было весело, интересно и полезно. После проекта я также продолжаю заниматься. Конечно, жалко, что это все будет, не будет контролироваться, так что можно будет иногда грешить. Но все равно буду стараться поддерживаться и физкультурой, и питание, которое рекомендовали нам наши специалисты. Перед приближающимся финалом волнение не больше, чем перед еженедельным взвешиванием, так как, в принципе, результаты будут такие же. Не в плане взвешивания, а в плане ожидания. Есть определенные правила, продуманные после окончания проекта, которым будет необходимо придерживаться. В первую очередь, это, конечно, самодисциплина. Так как без дисциплины можно очень быстро набрать все килограммы обратно, этого очень не хочется. Пока участники проходят волонтерный процесс взвешивания, заглянем в процедурные кабинеты. Во время похудения очень важно следить не только за телом, но и за лицом. Подтянуть обвисшую кожу поможет процедура регенерации. Все начинается с применения ультразвукового пилинга. Это самый щадящий метод очищения. После происходит кислородное насыщение клеток. Для наполнения кожной ткани вводятся активные, увлажняющие и стимулирующие вещества. Особое место в регенерации занимает радиочастотная терапия. С ее помощью достигается эффект подтянутости кожи. Как правило, завершается процесс приятным релаксирующим массажем. Процесс похудения – это достаточно большая физическая и психологическая нагрузка. Очень важно давать организму отдых от стресса и посещать не только оздоровительные процедуры, но и релаксирующие. Отличный вариант – сеанс массажа свежими фруктами. Такой массаж улучшает кровообращение, отток лимфы и общий обмен веществ. Фрукты действуют в качестве сильнейшего антиоксиданта. Все массажи Wellslim Centers проводятся на водяной кровати Venus, которая предоставляет клиенту дополнительную релаксацию. По правилам проекта каждую неделю мы определяем лучшего участника. Тот, кто на этой неделе показал наилучший результат, получает приятный приз от Wellslim Centers. Процедуру не только полезную, но и очень приятную. Победителем на этой неделе заслуженно стала Кристина Михайлова. Поздравляем! Ежедневно следить за успехами наших участников, получать полезные советы от специалистов можно и на странице проекта в сети Facebook. Финальный выпуск дневников конкурса смотрите уже в эту субботу в 17:20 на Первом Балтийском канале, а сразу после – грандиозный финал реалити-шоу «Взвешенные и счастливые».